В Центральном выставочном зале Государственного музея искусств имени Абылхана Костеева состоялось открытие выставки «Линии вдохновения» Алексея Уткина и сестер Габо Гали и Балхии Кусаиновых. Художники являются участниками многочисленных республиканских и зарубежных выставок, среди которых всемирная выставка, проходившая в Ватикане. Главным выразительным средством этой выставки является линия. И художницы даже условно называют свои работы «живописная графика». Представленные здесь работы «Течение жизни», «Первый внук», «Свадебное путешествие», «Райское дерево» и другие показывают нам новую ипостась художников. На выставке представлено около 50 последних произведений художников, среди которых пейзажи, натюрморты, символико-философские работы, а также линогравюры и диптих сестер «Игры чувств» в стиле contemporary art. В отличие различных цветов, которые мы видим на серии казахских мотивов, эти работы представляют нам бинарные изображения. Черные линии, синий цвет, черные и охровы. Художницы как бы ставят вопросы злободневные, вопросы сегодняшнего дня. Что такое любовь? Что такое семья? Алексей Уткин – очень популярный казахстанский художник. Он пробовал себя в разных жанрах – портрет, натюрморт, карикатура, но самым его любимым стал городской пейзаж, а неиссякаемым источником вдохновения – наш прекрасный Алматы. Сестры же Галия и Балхия всегда создают и подписывают все свои работы габо, то есть совместные, даже если фактически работа выполнена одной из сестер. Увидеть выставку любой желающий сможет до конца октября.